Всем приветики! С вами канал Артмания и мои сегодняшние покупки. Кстати, вот этот вот Хохланд сыр с ветчиной, зеленью, он такой вкусный, обалденный просто. Там, знаете, вот прям аромат колбасы, прям вот его много аромата. И вот такие же вот есть маленькие козявочки этой вот самой колбасы. Мама меня до этого покупала, мне прям очень понравилось. Слойки взяла по 19 рублей в перекрестке. Лимоны взяла, хочу их прокрутить. В прошлый раз я показывала вам обзор, делала из светофора. Она очень приторно сладкая, она, ну, в баночке там протертый лимончик. И там был запах плесени. Но она очень сладкая, с нее прям реально пить охота. Просто попить вот лимонад как. Да? В этот раз я решила сделать сама. Здесь понадобилось мне 4 лимона. Ну, там чуть-чуть, правда, не хватает. Здесь... Где? А, вот 920 грамм по весу. Можно добавить, можно не добавлять. За 109 рублей. Мне кажется, много получится. Собираюсь вместе с вами делать. И взяла какую-то такую штучку. Ни разу не брала. Стоила она 68 рублей. Называется коса с лимоном. О, с лимоном обожаем. Вот, взяла подешевле, но я даже не знаю, что это такое, что это и насколько это вкусно. Не помню, я брала вообще или нет. Не знаю даже. За килограмм там целых 400 рублей. И сейчас я буду ждать Женьку, потому что второй набор продуктов должен купить он. И потом я сяду кушать. Вот здесь вот слойки. Слойки такие похожие брали, мне понравились. Вообще я шла, кстати, в перекресток за косичкой. Там есть косичка, вот точно такая же, только длинная, с мясом, но ее не оказалось. Надо было все-таки еще и в другой перекресток зайти, но там не очень готовят. Вот. Смотрите, постирала покрывало. Это двухспальное покрывало, кстати, очень классное. Его уже стирала раз 7, наверное, но даже с ним ничего такого не случается. Вот, но машинка его отказалась отжимать вчера. Не знаю, то ли она сломалась у меня, не отжимает, то ли что-нибудь. Может, она тяжелая. Она, то есть... Двухспальная само по себе очень тяжелая. Плюс, когда она еще напитывается водой, она становится еще тяжелее. Я помню, что я до этого стирала, она у меня тоже оставалась мокрая. Но там машинка хоть старалась, отжимала, а вчера отказалась. Я поставила на отжим. Она просто 5 минут вот крутила, крутила, а времени идет у нее. Она вот просто медленно крутит. Ну, не знаю, сейчас поставила простынки стирать. Если она не отожмет, придется мастера вызывать. Не знаю даже, что с ней такое. Вот. И вот так я потихоньку отжимаю. Там вода спускается вниз. Там задерживается. И вот я подхожу, отжимаю. Ну, сейчас только вот повесила. Ну, конечно, вот этот плед, я помню, предыдущий раз, когда я его стирала, он у меня сох неделю целую. Вот так вот висел в комнате. Вот. То есть это все очень сложно. А почему стирала? Оно было измазано фломастерами. Когда приезжала свекровь, это вообще плед моей свекрови она купила. И они за ребенком не следили, я уже где-то об этом говорила. И он просто был весь фломастерами измазан, полностью весь. Там со всех сторон. И я подумала, что ж такое-то? Думаю, надо стирать, опять стирать. Оно прям очень сильно тяжелое. Ну, для меня оно прям тяжеленное. Не знаю, ощущение, как будто оно... Когда вот его с водой поднимаешь, как будто килограмм 20 оно весит. Вот. Не знаю, очень сильно волнуюсь за стиральную машинку теперь. То у меня вот эта вот камера вдруг стала шуметь во время съемок. Я уже собралась ее нести в магазин обратно, чтобы ее там в сервисный центр отправили. Тут она раз, вдруг хоп, и перестала шуметь. Когда я уже нашла документы, нашла ее коробочку, уже собралась все, все перекинула с флешки в компьютер. Вот, ну еще подзаписала несколько раз. В компьютере я слушаю, ба, тишина. А с месяца назад там где-то ролики были, там было видно. Ну, слышно, вернее, что звуки есть. Вот так вот.